Narayana namaskritta narun chaiva narottamam Devim saraswatim vyasam tato jayo mudire Sankirtane krishna kathopadesh Gauriya patrasya prakasa necha Sadhanurapta guru bhakti yukta Bhakti pramodaksha jagodvarana Deyam sada paribhavagnam avishtaduham Tethas padam siva virinchanutam saranyam Vitatiham panodopal bhavadibhutam Bande mahapurushate charuna ravindam Yat pada pallavanakachandamani chataya Vishpurajita kemapigopavadu swadarshi Purunanuragara sasagara saramurti Saradhikamai kada kipam kurush Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanuka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yutakshi Vishambaro dijavaro yugadharma palo Bande jagat priyakaro Karuna Bhataru Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura surair bandito dibbarupam Bhuktincha muktincha dadasinitam Bhavanurupena sadhanaranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayano priyamananga madapuharam Varanasi purapati bhajavi shanatham Vagisha jusho vadane Lakshmir jasya cha bakshashi Jasyasti de sambhit Tvam nishingamaham bhaji Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Jasya prasadad bhagavat prasado, Jasya prasadad nagatukuto yopi, Dhyangstu vangstasya yashasti sandhyam Bande guru si charanarvindham Jasya prasadad bhagavat prasado Jasya prasadad nagduto yopi Dhyangstu vangstasya yashasti sandhyam Bande guru si charanarvindham Bande Guru Si Charna Ravindam Bande Guru Si Charna Ravindam Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told that suppose you are enjoying
Гауди Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что, например, если вы наслаждаетесь Гуру Крипой, если вы обрели Гуру Крипу, значит, вы обрели Бхагават Крипу, милость Верховного Господа. Значит, вы обрели Бхагават Крипу, Кришна Крипу, поскольку Бхагават Крипа никогда не приходит сама. Такое правило, установленное Бхагаваном, мы ничего не сможем сделать с этим. Когда милость приходит из трансцендентного мира, она приходит через Гуру Вайшнавов, а не прямо, не непосредственно, а через кого-то. Шрила Прабхупада говорил, если мы поверим Гуру Вайшнавам на 100%, мы, обусловленные души, не можем поверить Гуру Вайшнавам на 100%. Все, что мы делаем под руководством чистой Гуру Вайшнавов, это хорошо, и не может быть в этом никакой ошибки. Различные сомнения, подозрения оскверняют наше сердце. Мы не можем поверить, что Гуру Вайшнава, что сам Бхагаван присутствует, не отличен от Гуру Вайшнава. Кто Гуру? Он и есть Бхагаван. И поэтому Шрила Прабхупад очень часто говорил, и вот Шрила Прабхупад говорил такие слова, и он часто говорил, кто может дать мне полное, непосредственное, подлинное благо, кто может дать мне стопроцентное благо, я могу предаться лотосным стопам такого гуру. А тот, кто даст мне какое-то частичное благо, я не могу предаться такому человеку. Кто может дать мне только какое-то частичное, неполное благо, неполную милость? Я хочу предаться лотосным стопам такого гуру, который дарует мне полное благо. И вот я прихожу к моему Гуру Падме, я говорю о своем чувстве. И вот, придя к Гуру Падме, если я пришел в голодовую, чувствую какое-то неудовлетворение, значит, что-то тут не то. И вот, придя к Садгуру, если я чувствую какое-то неудовлетворение, то это нехорошо. Может, наш Гуру Падма не Садгуру, или, может, мы недостаточно чисты. Что-то из этого. И вот, придя к Гуру Падме, у меня должно быть полное удовлетворение, поскольку Гуру Падма дает мне нечто целое. И вот, придя к Гуру Деву, обретя дикшу от Гуру Падмы, как это возможно, что мы чувствуем неудовлетворение, это невозможно. Это не может быть так. И смотрите, ищите, посмотрите на весь наш Гаудия Бхаджан. Никто не испытывает никакого неудовлетворения, приняв прибежище лотосных стоп Гуру Падмы. С Нишкапад Бхавы не может быть никакого неудовлетворения внутри нашего сердца, поскольку все мои действия и результаты всех моих действий, Гуру Падма, как благочестивых, так и греховных, Гуру Падма он забирает у нас, как... Blotting paper, we in our childhood used to write in fountain pen.
И вот Гурупад Падма, он может забрать все неудовлетворение, все проблемы, все неблагоприятное. Все Гурудев может забрать все. Если нет, то тогда ваша процедура дикши неправильная, неполная. Что-то в ней не то, поскольку это определение дикши. То, что результат всех наших действий. И вот сам шаям, значит, с самого корня это все будет удалено, выкорочено буквально с корнем. И как же служить Гурупад Падме? И вот после служения Гурупад Падме некий совершенный ученик, кто полностью предался ему, Гурудеву, он не может чувствовать никакого неудовлетворения. Когда мы предаемся Гурудеву, служим ему, и мы чувствуем какую-то радость внутри своего сердца, как будто сам Бхагаван. И вот Чайтанья Бхагавата передо мной, когда бы я ни приходил к Гурудеву, я чувствовал, что он сам Бхагаван, Сакшат Бхагаван. Такое необычное чувство возникало у меня. Какое-то я чувствовал прилив огромной, бесконечной энергии. Я чувствовал, что должен сделать все, что я могу. Я не знаю, какого удовлетворения приходило ко мне. Чем больше я делал для него, тем больше я получал удовлетворение. Больше радости возникало. Я ничего не знал, но все же какое-то служение Гурупад Падма. Он смотрел на меня, думал, не смотрел, что совершаю ошибки или еще что-то. Он видел мой энтузиазм. Я вот ездил. И вот однажды я приехал с Калькутты. Занимался там публикациями, публикации книг. Гурудев был очень рад видеть меня. Гурупад Падма увидел мой энтузиазм. И вот это такое великолепное чувство. Шрила Прабхупад много раз говорил. И придя к Гурупад Падме, к Садгуру, вы почувствуете какую-то радость. И что это? Это значит, вы обрели Гуру Крипу. Шрила Прабхупад много раз говорил. Когда мы приходим к Гурупад Падме, мы не можем чувствовать недостаток чего-то, все достатки в изобилии. Шрила Прабхупад много раз говорил, неудовлетворение, оно пройдет, неудовлетворение автоматически уйдет, поскольку Гурупад Падма, он нечто полное, поскольку Бхагаван Си Кришна, он доминирующий абсолют. Бхагаван Си Кришна, он доминирующий абсолют. А Радхарани, но тот, кто подчиняется Кришне. Шрила Прабхупад много раз говорил, пока вы не можете чувствовать, что Бхагаван и Гурупад Падма не отличны друг от друга, пока вы не чувствуете в их единство, вы не сможете повторять Харинам по-настоящему. Можно, конечно, что-то повторять, но это будет далеко от подлинного Харинама. Шрила Прабхупад часто говорил, когда вы почувствуете, что Гурудев не отличен от Бхагавана,
и тогда, и только тогда вы обретете возможность повторять чистый харинам. Кому-то нужны деньги, положение в обществе, теплая одежда, еще что-то. Вот люди бегают, просят все это. Но если кто-то беспокоится о таких мелочах, I need some blanket, winter season coming, where from I can, I don't know. This kind of thing cannot come. Because after submitting unto the lotus feet of Guru Padma 100%, you become Guru. И такое, такая полностью предавшаяся душа сама становится Гуру. Но не все знают эту Сиддханту. Я могу практически показать, тот, кто по-настоящему служит Гуру Падпадме и наслаждается милостью Гуру Падпадме, он сам становится Гуру. Может, он говорит, что он ученик, но он Гуру, автоматически становится Гуру. Никому не нужно выбирать его. Он сам автоматически становится Гуру. Единственное, что мы должны своей харигатхой, своей севой, всеми своими действиями выяснить, Гуру доволен нами или нет. Единственное, что мы, на что мы должны смотреть, то, что мы не должны быть заинтересованы ни в чем ином. Мы должны только думать, то, что мы думаем, дает ли это полное удовлетворение Бхагавану или нет. Если нет, то, что делаю, все бесполезно. И вот если Гуру Падпадма доволен нашими действиями, то тогда никто не может остановить меня. Это зовется подлинный баджан. Люди думают, что настоящий баджан — куда-то уехать в уединенное место, повторять харинам в одиночестве. И вот люди думают, что это баджан. Но обусловленные души не могут совершать такой баджан, их ум будет их беспокоить постоянно, будут в уме находиться в другом месте, но не в процессе баджана. И такие возвышенные души, как Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакура, они не могут совершать такой уединенный баджан, могут месяцами сидеть в одной комнате, не выходя. И ну, если они находятся среди тысяч людей, говоря харикатху, это тоже их баджан, поскольку цель едина. Все, что делает Шрила Прабхупада, он делает для удовлетворения Бхагавана, чтобы спасти их. Или он повторяет сотни тысяч святых имен. Это тоже для той же цели. И вот все это едино для них. Обусловленные души их Гурусева на показ, нельзя сказать, что это настоящая Гурусева. Нельзя сказать, что это Гурусева. И вот наша Гурварга одна за одной. Вся наша Гурварга, я могу показать технику севы, как они совершают севу, как Гуру Падпадма служил Шриле Прабхупаде, как Шрила Кешава Госвами Махарадж. И вот как так научно я могу все это показать. И вот как Шрила Кешава Госвами Махарадж делал все для удовлетворения Шрилы Прабхупады. Или Шрила Бхакти Прамод Пурида в Госвами Махарадж, они использовали особую технику баджана. И вся их гуру-сева, все их настроение гуру-севы, это было проявление такой гуру-севы однажды. Однажды Гурудев сказал мне, чтобы я спал утром. Ну, я не знал, что делать, но до этого два дня не спал. Гурудев увидел это, и потом я понял, что если я
по указанию Гурупад Падмы я буду спать даже утром. Это я тоже баджан. Без указания Гурупад Падмы. Без... Кто-то много чего делает, собирает деньги, например, но является ли это Гуру Сева и доволен ли Гурудев таким служением в те дни? Так называемые преданные, они думали, если они соберут много денег, то Шрила Прабхупад будет доволен ими. Если сделаю то или иное, то Шрила Прабхупад будет доволен. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что это такое. То есть, если кто-то не знает, кто такой Гуру Падпадма, и желание его сердца видит только материальное тело Гуру Падпадмы, а тот объект, который мы не можем видеть как следует, слышать его, понять его, мы не понимаем смысла Гуру Падпадмы, как мы можем чувствовать влечение к этому, если мы не понимаем, не имеем представления, что мы можем сделать. Если кто-то будет говорить нам о нем, то опять же не факт, что мы поймем и почувствуем какое-то влечение. И вот если я не пойму, как я могу убедить кого-то, если я сам не понимаю, как я могу убедить кого-то в этом. Харикатха — это не удовлетворение чувств. Харикатха значит то прямое чувство, возникло у вас сердце, то это чувство вы должны поделиться с другими. И Гуру Падпадма говорил, если мой Гуру Падпадма не находился бы в Шаута Парампаре, в ученической преемственности, то я не смог бы обрести силу, сила бы не пришла через него. Почему мы вот поем этот киртан, Кришна ходит в Чатурмук, почему? Поскольку через Парампару эта сила приходит к нам, все наши гуру-варга, они... И вот даже когда они едут по поездам, они и в поезде поют киртаны, поскольку через гуру Парампара сила может прийти. Если я не нахожусь в гуру Парампаре и отклонился куда-то, то тогда эта сила не придет. Шрила Прабхупад говорил, если мой Гуру Падпадма, он полностью предан, предался своему Гуру Падпадме, своему Гурудеву, если мой Парам Гуру Падпадма предан своему Гурудеву, итак, по всей наставнической преемственности это продолжается, тогда я могу обрести силу. А если кто-то отклонился, даже немного, и вот Шрила Прабхупад говорил, малейшее отклонение от пути Гуру Падпадмы может сбросить вас с пути баджан. Сегодня это небольшое отклонение, завтра еще больше, послезавтра еще, как, например, если провести две линии, если не параллельно, одна там на несколько градусов отклоняется, может сначала они выглядят параллельно, а если их продолжить, то расстояние между ними будет увеличиваться, увеличиваться и так до бесконечности. Impossible for me to discover by naked eyes. Very fine level, you see. But you don't know if that difference, that angle, I mean two straight line, almost submerged with it, almost.
If it is extended up to infinity, that gap being, ultimately it can be. That is why Prabhupada used to say scientific. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, что все учение, и вот в общем все учение Шрила Прабхупады очень научно, настолько научно, что мы не можем представить. Харикатха это харикатха, когда у нас нет возможности найти какой-то недостаток в ней. Если мы видим что-то не то, не то, то мы не будем чувствовать, что это Вайкунтха Вани. И вот слова Гурудева или Харикатха, она не нужно ее редактировать. Слова Гурудева не совершенно. Мы никогда не видели никаких ошибок в словах Гурупад Падмы или Шрилы Прабхупады или Бхактивинода Тхакура или Шрилы Кеша Госвами Махараджа. Они никогда не совершали никаких ошибок. Признак Гурупад Падмы в том, что Вайкунтха Вани они исходят из его лотосных уст, они не запоминают Харикатху, Харикатха она является в их сердце. Они говорят из сердца, это зовется настоящей Харикатхой. Если кто-то находит какие-то отклонения, ошибки в словах какого-то духовного лидера, может, он очень известен, но если он совершает множество ошибок, то явно что-то с ним не то. Here no question of fighting, no question of any politics, no question of any, you know, is a question of survival of your real self. И вот это вопрос выживания. Если мы будем заниматься политикой в духовной области, то это станет причиной нашего падения. You are playing politics just because some sadhu speaking. Why not you understand that is absolute truth? You are giving, wasting your time. If you could give your time to если вы могли бы посвятить свою жизнь, then it would have been more practical for you. But you are not doing, you are wasting money. But you cannot. Потому что будет утвердиться в Бхактивинода Даре, это будет гораздо более полезным. So, и вот Шрила Гурупад Падма, он все время. Он был нишкинчен всю жизнь. Настолько нишкинчен, отречен, что обычные люди не могли понять его. Внешне они думали, что он очень беден. И некоторые оскорбляли Гурупад Падма. Гурупад Падму. И видя жизнь этих людей в дальнейшем, я понял, за что они получили наказание. Если вы оказались в материальном мире, это наказание капитальное, конкретное. Что еще? Те, кто оскорбляли Гурупад Падму, они сейчас лишены баджан, они живут как демоны. Если посмотреть на них, и демоны, хотя могут 60 лет в матхе жить.
поскольку разница между обусловленной душой и чистым преданным, то, что чистый преданный, он уважает всех. Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он нельзя сказать, что он старше. Шрила Пури Госвами Махарадж пришел гораздо раньше, но все же он... Но все же Гурупа Падма жил вместе с Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа 36 лет в его матхе в Калькутте на Сади Смакирджи 35. И в этот период Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он очень уважал своего старшего брата в Боге. И Шрила Бхакти Памар Пури Госвами Махараджа. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж, он всегда называл Шрила Мадхава Госвами Махараджа не просто Шрила Мадхава Госвами Махараджа, а вот так, с полным титулом. Хотя он был сам старше, он называл его Парампуджапад. А мы настолько завистливы, что никому даже доброго слова не скажем. Если кто-то находится на нейтральном уровне, он сам может определить разницу. Никто не знал, когда день явления Шрилы Пури Госвами Махараджа. Кто знал, никто не знал, поскольку он сам никому не говорил. Спрашивали, он говорил, не знает, когда у него день явления. Вот по милости Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, он смотрел, 32 года наблюдал и видел, что в один из дней он отправлял гирлянды сладости какому-то старшему брату Боге Бхакти Алок Парамахамса Махараджа. Ну почему? И вот он думал, какова причина. И однажды Гурупад Падма, Шрила Мадхава Госвами Махарадж, понял: «О, Махарадж, почему вы посылаете?» Я понял. «Не-не, говорите, почему вы отправляете его?» Он поймал его буквально, и с тех пор мы обрели возможность отмечать день его явления. Иначе не было бы возможности. Он очень смирен. У него не было желания принимать учеников. И вот однажды пришел какой-то этот принципал с колледжа, и вот он искал Садгуру, и вот он искал, и узнал, что великий преданный живет, он вечный спутник Бхагавана Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Он пришел в Шри Чайтанья Гауди Матхи, пришел в его комнату, на веранду, и вот он поклонился. Это была природа Гурупад Падмы. Кто-то приходил. Он слышал, что кто-то приходит, и Гурупад Падма, не видя даже кто приходит, он кланялся. Даже дети, пятилетние дети, когда приходили, он им кланялся сразу же. Хотя он был достаточно
пожилой, но все же кланялся всем. И вот его смирение было настолько совершенно, настолько подлинно, что люди думали, то, что смирение значит, что у него нет денег и прочие такие вещи. Но не Кинчен, Гуру Вайшнав, если они скромно выглядят, но их жизнь, она подобна огню. Если вы будете с ними играть, вы будете сожжены буквально. Я сам знаю. Вот пришел этот принципал, как его по-русски, этот, в общем, какой-то этот начальник школы, в общем, ну, университета какого-то. И вот этот человек, ректор, вот ректор, пошел просить у Шрилы Пури Госвами Махараджа посвящение. Тот спросил, откуда он. Сказал, я с Южной Калькутты, Бихала, где Шрила Шанта Госвами Махараджа был. Там был его матх. Ну, ты приехал из Бихалы. Я оставил Гангу и пришел в какой-то маленький водоем. Там Шрила Шанта Госвами Махарадж, великая личность. Хотя Шрила Шанта Госвами Махарадж говорил, что вот ваш Гурупад Падма и Бондев Госвами Махарадж вроде. Они его привели из дома. Но Гуру Махарадж говорил, что он великая личность. И смотри, рядом с твоим домом и живет такая великая личность, как Шрила Шанта Госвами Махарадж. Можешь принять посвящение у него. И вот он всегда так жил очень скромно. До последних годов своей жизни он очень скромен был, не считал себя преданным. Даже я сказал и перед этим, какие-то преданные, какой-то, ну, точнее, какой-то человек, занявший пост ачарьи с того берега, сказал, что Шрила Пури Махарадж, конечно, Атикари, только занимается поклонением божествами и ничем более. И вот и какие-то преданные приехали, рассказали. Даже Пури Махарадж сказали, не Шрила Бхакти Прамота, просто сказали, что Пури Махарадж, конечно, начинающий преданный. А Гуру Махарадж, когда услышал, сказал, почему вы беспокоитесь, я думал, у меня вообще никакого положения. Но, по крайней мере, он признает, что я Каништа Атикари, и поэтому мы должны быть довольны, хотя бы такой статус он за мной признает. Если мы будем сомневаться о Гуру Вайшнавах, это будет очень опасно. Мы потеряемся. Я могу привести пример. Однажды мой Гурупад Падма, он основал храм Бхактисара Госвами Махарадж, вот напротив Гопинат Гурдимат. Храм Шестерокого Махапрабху Бхактисара Госвами Махарадж. И вот он великий преданный, я говорил о его славе. Гуру Махарадж, он помог ему в установке божеств, и после этого был прасад, собирался начаться.
И вот Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж, он был там на этом празднике, помогал Гуру Махараджу. И вот он сказал, что вы много здесь сделали, теперь садитесь, я буду вас кормить. И вот Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж был очень удивлен, поскольку раздавали пропаренный рис. И Бхарати Махарадж сказал Гуру Махараджу, Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа Махарадж, они дают пропаренный рис. Можем мы его есть? Я в своей жизни никогда не ел пропаренного риса. И Гуру Пад Падма сказал, он великий вайшнав. Даже если пропаренный рис он нам дает, мы должны принять это как прасад. Хотя в своей жизни, и вот он тоже никогда не ел пропаренного риса, а когда Сара Госвами Махарадж их его раздавал, они приняли, поскольку они имели огромную веру в вайшнава, что говорить о сомнениях. У них была настолько сильная вера, что ничто не могло поколебать ее. И вот до последнего момента жизни Гуру Пад Падмы мы видели его славу, он был очень отречен. И вот он хотел отправиться во Вриндаван. Гуру Махарадж дал мне наставление. Гуру Махарадж собирался ехать во Вриндаван. И вот за месяц он позвал меня, сказал, что нужно взять ту книгу, эту книгу. Ему уже было больше 100 лет, но все равно он просил принести ту или иную книгу. И вот однажды сказал, говорит, во Вриндаван собрался, как я поеду. Я сказал, он на самолете полететь, и он сказал, что нет денег, посмотри. Билеты дорогие. И вот я думал, Шрила Пури Госвами Махарадж был настолько прост, что даже пятилетние дети не могли сравниться с ним в простоте. Он никогда не находил ошибок, недостатков в других. А мошенники в одежде преданных, они находят тысячи недостатков во всех. Откуда это? Определение вайшнава в том, и вот в читании Чайтамрите такие слова. Нирдош значит безупречные. Когда Кришнадас Кавираж Госвами, он описывал качество вайшнавов, он начал с нирдош безупречные. Нирдош, Баданно, Сучи, Акинчан. 26 qualities you can go through Chaitanya Chaitanya. 26 main qualities. И вот вайшнава 26 главных качеств, но, конечно, их качество, достоинство бесконечно, но 26 из главных и остальные второстепенные, все качества, которые мы можем видеть в Кришне, они проявлены в вайшнавах.
Кроме качества творения, только Бхагаван он может творить и являть Расалилу. Бхагаван может являть Бхагаватту, такое способность творить, а другие качества Кришны могут явиться в его преданных. И вот признак Вайшнава в том, что не любят Гуру Вайшнава. Если у нас нет любви к нашим братьям Боге, к Гуру Вайшнавам, то тогда мы не преданы. Если у вас нет любви, поскольку Гурупад Падма написал одну статью, если мы любим Шрилу Прабхупаду, статья на Бенгале, и вот Гурупад Падма пишет о Шриле Прабхупаде в Ясапунце. Гурупад Падма говорит, если я не смог совершить поклонение Шриле Прабхупаде со всеми его спутниками, принадлежностями, со всем, кто посвятил свою жизнь Шриле Прабхупаде полностью. Если я не поклоняюсь Шриле Прабхупаде и всем его спутникам, поклонение Шриле Прабхупаде не значит, что мы отвергаем его последователей. Также Кришна говорит, если кто-то поклоняется мне, но оскорбляет моих преданных, я не принимаю их поклонения. Их ложное эго, зачем оно нужно? Они не знают, как выражать почтение. И первый признак вайшнава — они любят других вайшнавов. Даже в Гурваштаке мы можем найти. Это признак Гурупад Падмы. Вот Гурупад Падма даже организовал хороший просад для преданных, но сам ничего не ел. И поэтому здесь говорится. И когда саду видит, что другие саду принимают просад, он очень доволен. Но сами не всегда едят, они довольны вашим удовлетворением. И вот мы должны изучать и чувствовать качества, признаки Гуру Вайшнавов. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж, он был нишкинчен всю свою жизнь. И вот я вспоминаю и чувствую, думаю, как это. Он никогда не просил ни у кого денег. Никогда не молился Господу, чтобы обрести какие-то деньги. Он был настолько могущественным саду, что мы не можем представить. Бхагават. И вот я могу привести несколько примеров. Он был един с Джаганнатхом, с Бхагаваном. If you do something to Jagannath, he can feel inside you. I am not gossiping in front of him. Он чувствовал все, что чувствует Джаганнат. Однажды один бестолковый пуджари совершил ошибку. Он одевал Гададхара, и тот упал с трона, и тот поймал его как-то. А причем как-то грубо, тот ударился об стену, и Гуру Махарадж сказал мне, чтобы я позвал Пуджари. И вот Пуджари пришел,
И Шрила Пури Госвами Махарадж сказал, что вы делаете служение так бестолково. Хотите стать разбойником? Это ваше служение. И вот Гададхар он уже рассказал Шрила Пури Госвами Махараджу, что случилось. Однажды в Калькутском Мате какой-то бестолковый пуджари лампаду поставил так, что она подожгла одежду Гирираджа, и вот она загорелась. И обнаружила, что Гирирадж обгорел. Я был в Майпуре, Гурупад Падма сказал, что мое сердце горит. Что случилось? И потом где-то в 7 часов наш какой-то брат Боги позвонил и сказал, что скажите Гуру Махараджу, что тут В общем, из-за пуджари одежда Гирираджа она загорелась. А Гуру Махарадж это чувствовал, когда это произошло. Я сам это видел. И Гуру Махарадж потом 2 дня постился, плакал и постился. Вы слушаете Гирираджа Кришне таким образом, как демона. Яшодама, она Гопала, как она заботится о нем, как любит, с какой нежностью служит, а вы чуть не сожгли этого Гопалу, не могу ничего есть. И вот 2 дня он постился. Однажды один преданный с Америки, у него было 3 гуру, они все пали. И вот он узнал о Шри Бхакти Прамоде Пури Госвами Махараджа. И вот принял посвящение у него как-то. И вот он меня попросили они купить билеты в Калькутте. И вот я взял деньги, поехал в Калькутту покупать билеты. Купил билеты. Они хотели после обеда полететь, но билетов не было. Позвонить тоже возможности не было. В общем, я подумал, что лучше пускай утром летят, 7 или 8. Вечером моих билетов не было все равно. И вот я приехал с этими билетами, тут очень разгневался. И вот, в общем, сказал, билеты вернуть. В общем, поменял билеты. Ну, что делать? 2 раза больше заплатили. Вернулись. Билеты передал им. И вот с утра перед Арати они выехали с Майпура на машине. И тот, который меня отругал, тоже с ними поехал. Then what happened when the car they are approaching towards airport? И вот, в общем, на полпути к аэропорту в Кальяне. Two car already gone first, and the car that the man who chided me. В общем, его машина попала в аварию. Водителя сразу убило. Брата его. Ну, в общем-то, уж сильно повредило. В общем, отправили в Калькутту, сказали, тут делать нечего, в Калькутту везите, и вот. Impact. If it's more deep, 0.00, then you are supposed to die.
В общем, его там чуть не убило, случайно выжил. И вот Гуру Махарадж, когда это произошло, он переживал, беспокоился, потом выяснилось, что в аварию попали, билет пропал. Тот месяц в больнице лежал, кучу денег потратили. В общем, его как-то вылечили через месяц. Гуру Махарадж послал меня от своего имени, чтобы я как-то ухаживал за ним. И вот я поехал, тот был в состоянии комы, ничего не говорил. Я сказал ему в ухо, что Гуру Махарадж беспокоится о вас. И вот таких примеров много. Гуру Махарадж однажды забыл укрыть одеяло Мадан Махана. И вот Мадан Махан, он в общем, это тот Мадан Махан, который лазил на пальму, чтобы эти пальмовые плоды сорвать. И вот тут кто-то пришел, и вот этот Мадан Махан спрыгнул быстренько и одежду порвал и поцарапался. Вот там, если посмотреть, одежду приподнять, то ведь эту царапину можно увидеть. И вот этому Мадан Махану Гуру Махарадж поклонялся какое-то время. И вот Гуру Махарадж однажды забыл укрыть одеялом этого Мадан Махана. Вот он вышел, принял прасад, пошел спать, и буквально через 5 минут Мадан Махан явился и сказал: «Эй, забыл меня укрыть, я мерзну». Гуру Махарадж тоже чувствовал, знобил его. И вот так я не понял, почему такой озноб чувствует. И во сне Мадан Махан явился, сказал, что забыл его укрыть. И вот он извинился, пошел, принял омовение. Хотя он сам чист, но все же принял омовение ночью. Открыл храм, извинился еще раз, укрыл Мадан Махана, закрылся и пошел спать. Один преданный, кто только Харинам получил у Шрилы Прабхупады в последний момент, это в 1936 году, последнего декабря было. И вот тут преданный за полгода до ухода Шрилы Прабхупады получил Харинам. Он имел дружеские отношения с Шрилой Пурига, своим Махараджем. Однажды выяснилось, что одна из его дочерей страдает глюкомией и вскоре умрет, лет 15 было. И вот они все начали плакать, и вся семья, вот доктора ничего не обещали. Гуру Махараджу рассказали, он сказал, что это желание Бхагавана. Так или иначе, мы не будем жить тысячи лет. Кто-то умрет сегодня или завтра. Мы должны принять волю Бхагавана, это Павла.
воле, но по из-за кармы происходит. Тут начали его просить, что нет, спасти ее надо, иначе мы сами все помрем. Гуру Махарадж сказал, что это воля Бхагавана, мы можем уйти из этого мира или жить дольше, все по его воле. В общем, они пристали, чтобы спас ее. В итоге достали Гуру Махараджа. В общем, Гурупад Падма сказал: хорошо, не следует этого делать, но что делать? И вот сказал, что в такое-то время нужно взять воду с Ямуны, а в такое-то время пыли с Саракунджи и принести мне. Не знаю, что он там делал. И вот он Чарнамриту принес, и вот это их дочь лежала без сознания на волоске смерти, вот, и дали выпить это Чарнамриту, и чудо случилось. И вот из ее уха начала, из левого уха начала течь кровь, испорченная кровь, фонтаном буквально. И вот все уже думали, что помрет окончательно. В общем, пару дней она в коме была, потом сознание пришло, но в итоге она выздоровела, у нее еще 3-4 ребенка, и муж богатый, и, ну, до сих пор жива. Шрила Прабхупад мог, конечно, воскрешать мертвых, но не занимался этим. Это не его цель. Наша цель — это любовь к Кришне, обрести лотосные стопы Кришны, а заработать денег или еще чего-то — это не наши цели в жизни. И вот однажды один преданный пришел из Калькутты, и царь Бардамана пожертвовал храм Гуру Махараджа в Калне. И вот Гуру Махарадж Нишкинчан, он ходил, Матхукари, Бикшу, Арати, все, писал статьи, совершал пуджу, готовил все, делал самостоятельно. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он сказал моему брату Боге, Шрила Прабхупад дал вам Ванисеву, почему бы вам не заниматься ею, и вот он согласился. И вот Гуру Махарадж так уехал в Калькутту и какому-то преданному отдал служение Ананта Васудева. Duty is over, he used to come to Kamala, Sunday stay, even morning time, Monday, used to go and join office. Not, it is two hours journey, 10 journey. Follow. Guru Maharaj used to transfer anything, any amount, whatever you need. Но какие-то деньги, которые мы жертвовали, он это все передавал в этот Ананта Васудев мандир через Барин Бабу, он там жил. Это в Калне, работал в Калькутте, вот он через него передавал. Calcutta, need,
collect that thing from Calcutta and gives to give to him. Follow? He was there in Kalna doing some seva up, and his Baring Babu, you can bring him. You are Saturday night, you are coming. Okay. You can bring from Calcutta. This, okay. He used to bring. One day, Guru Padma. И вот однажды Гуру Падма был в своей комнате в воскресенье утром, повторял Харинам с закрытыми глазами. Никто не знал, что с ним случилось. И вот Барин Бабу пришел, и вот он пришел в свою комнату в Калне. И вот, может, такая. И вот, Барин Бабу пришел и позвал Гурупад Падму Махарадж. И вот что случилось? И вот он позвал его много раз, но звал тот Гурма, он не отвечал. Вот Барин Бабу прикоснулся к Шри Гурудеву, и тот сразу открыл глаза. Гурупад Падма был в медитации, повторял Харинам. О, Барин Бабу, вы пришли, да. Вы сказали прийти, вот я пришел. Можно вопрос к вам? Какой вопрос? Когда я прикоснулся к вам, я почувствовал какое-то электричество. Он удивился. Вы не отвечали, я вынужден был прикоснуться к вам. Как я прикоснулся, почувствовал какое-то электричество какое-то. И тот улыбнулся, ничего не сказал. И сказал, что вот вся эта сила ушла к тебе. И часто и вот Гуру Махарадж тоже, когда кто-то прикасался к нему, ему не нравилось. А те люди, которые трогали его, как доктор какой-то, материалист, тоже чувствовал какой-то удар только. И вот он также много писал и говорил, что Шрила Прабхупада дал мне эту ручку и сказал, чтобы я писал. И вот до последнего момента своей жизни я исполняю наставления Шрилы Прабхупады. Я пишу не для того, чтобы тысяча людей читала и восхищалась этим. Кто-то спрашивал, вы так много пишете, кто это читать будет? Но он отвечал, что я пишу и говорю Харикатху не для того, чтобы, не ожидая, что кто-то будет это читать и слушать. Нет, я хочу поддержать такой стандарт Харикатхи, чтобы Шрила Прабхупада был доволен мною. Моя единственная цель, чтобы Шрила Прабхупада был доволен. И вот я узнал это от Гуру Махараджа. И вот Гуру Махарадж говорил, что я не пишу, чтобы тысячи людей я пишу, поскольку это указание Шрилы Прабхупады. И вот он написал множество статей, прекрасных статей. From Delhi, one devotee paid to the pressman, not to me, 1,30,000 per pack. Bhakti Pramod Bani Vaibhav. Like Bhakti Vinod Bani Vaibhav? Like this. И вот Махарадж книгу опубликовал из сборник статей Шрилы Пури Госвами Махараджа «Бхакти Прамод Пури Вайбав».
И вот я никогда не ожидал никаких денег от Гурудевы, никакого уважения, никогда. Гуру Махарадж говорил: мой сын, иди и говори Харикатху. И вот Махарадж говорил на бенгали, на английском, и предпочитает говорить на одном языке, чтобы не было, и чтобы была гробовая тишина, чтобы ничто не отвлекало, это настоящая харикатха, на что делать. Иногда не получается, но еще Махарадж предпочитает на одном языке говорить. Если на бенгали, это на бенгали, на английском, на английском. Гуру Махарадж говорил, что харикатха — это харикатха, если вы понимаете или нет, это... Если харикатха исходит из подлинного источника, то вне зависимости от того, на каком языке это пракрита шабда брахмана, изменит ваше сердце. И Шрила Прабхупада также говорил на Хайгриба Ачаре. И вот тогда же Шрила Прабхупад говорил на бенгали в Южной Индии, там никто не понимает. И Шрила Прабхупад сказал, что не говорю бенгали, не говорю на санскрите или на хинди, и на английском я говорю харикатху. И все наши гурварга были удивлены таким ответом. А харикатха на любом языке. Иначе Нартум Тхакур, он не столь глуп. Нартум Тхакур совершил в Манипуре, там никто не знал. Никакого бенгали, но он пел на бенгали с караталами. И все эти местные жители, они слышали, плакали. И люди видели киртан в практическом виде. Даже звери и животные не плакали. Но вот он такой, он пел киртан, и даже птицы перестали щебетать и начинали плакать. И люди тоже видели это. Мы очень удачливы, что находимся в наставнической преемственности Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Я вспоминаю это, всегда радуюсь и чувствую, испытываю огромную радость. Никто не может сравниться с Шрилой Прабхупадой. И вот, cows are shedding tears, deer shedding tears, birds are stop silent, not, you know, shedding tears. So we are not coming in bhajan field to play one drama. Мы не пришли на путь баджана, чтобы заниматься какими-то драмами. Very nice drama, bhajan bhajan. We can play. In childhood we can see hide and seek, you know. И вот под руководством великого преданного, кто очень смирен, и люди думают, что такое смирение. Смиренные люди очень могущественные, что все. To become angry when Guru Vaishnavas are being insulted by somebody.
если гневаться на то, если кто-то оскорбляет Гуру Вайшнава, если вы молчите, то это станет причиной вашего падения. Нужно дать достойный ответ, выразить гнев, что-то сказать, дать должный ответ оскорбителям. Это проявление бхакти. Но не все люди понимают это, думают, что... И вот гнев — это... Опять же, если мы гневаемся на оскорбителей, то это правильное правление бхакти. И вот Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, никогда никто не видел, что он гневается. И однажды с Хавры они взяли такси Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Шрила Пури Госвами Махарадж. Вот этот водитель начал просить, чтобы он больше заплатили. Ну, там счетчик есть, по счетчику полагалось ехать. Ну, в общем, это больше денег просил. И... И вот Шрила Мадхава Махарадж посмотрел, сколько там на счетчике набежало, заплатил сколько нужно и ушел. А этот водитель обиделся и... Кто-то там сказал неприлично. Гурупад Падма, но пока он собрался, он так медленно все делал. И тем временем и вот услышав такие слова, Шрила Пури Госвами Махарадж очень разгневался. И вот преданные сбежались, и увидели, как Шрила Пури Махарадж, он как бы отругал этого водителя так громко и не стесняясь выражения. И вот до последнего момента Гурупад Падма был занят Ванисевой. Может, вы не можете найти какие-то ораторские качества в нем. Он всегда очень смирен, вот он всегда сходил в таком виде. Его голова была всегда наклонена вниз. Так он очень смиренно выглядел. И вот ночью он часто ночью писал, один брамачари в 12 ночи пошел в туалет, спросил у Махарадж свет. И вот потом в 2 часа он пошел, тот еще не спал. 3:30 пошел уже. Гуру Махарадж сказал, уже ночь прошла, еще сыву не закончил. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж был настолько поглощен своим служением, что не замечал разницы между днем и ночью. И это зовется служением. И когда вы буквально потеряете служение, это будет настоящее служение. И вот это зовется сидда, совершенное состояние. Мы практически видели в жизни Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или Шрила Пури Госвами Махараджа, Шрила Мадхава Госвами Махараджа. Только служение.
Но обычные люди не понимают этого, они думают, что деньги главное. И вот после того, как Гопад Падма ушел, и Бхагаван послал столько денег, что они даже не могут посчитать. Ну, в конце жизни Бхагаван giving the fitting answer. Now stop, rascal. You are barking. И вот так Бхагаван показал, кто есть кто. И иногда я думаю, Гуру Махарадж дал мне служение другое служение. But they could not understand. Up to 90 years, nobody could understand. He's a great guru. И вот, в общем, до 90 лет никто не уважал Шрилу Пури Госвами Махараджа. Думали, что у него ни учеников нет, ни храмов, ничего нет. А потом Бхагаван послал Шрилу Пури Госвами Махараджа столько денег, что все гавкающие на него замолчали. I like to carry out the order of Guru Patna up to the last moment of my life, because Guru Patna told you will have to serve Prabhupada from heart. Let people say whatever they like. You will have to serve. If you serve Prabhupada, Guru Patna practically told you, if you serve Prabhupada, that is my seva. If you serve Bhakti Yudha Madhu Goswami Maharaj, my seva. He told me. И вот Шрила, на день явления Шрила Мадхва Госвами Махараджа в Пурушоттам Даме, Гурудев попросил меня, чтобы пошел на праздник Шрила Мадхва Госвами Махараджа прямо сейчас, там Харикатха будет, иди слушай. И вот Гуру Махарадж отправил меня и попросил принести меня жизнеописание Шрилы Мадхва Госвами Махараджа. Я слышал, оно уже опубликовано. И вот это зовется Вайшнав. Вайшнав не значит, что он не уважает других вайшнавов. И вот таким образом я понял, что такое вайшнавизм, как понять, кто такой вайшнав. И вот он, хотя он старший, но все равно он с восхищением читает жизнеописание своего младшего брата в Боге. И вот мы должны проповедовать абсолютно харикатху, сиддханту по всему миру, чтобы никто не мог обмануть людей. Мы хотим прекратить этот обман. Это наш девиз, чтобы прекратить всякое мошенничество. Может, кто-то недоволен. Но все равно я буду продолжать это дело. И вот на сегодня конец. So we'll have to stop here. Jasya prasada bhagavat prasada. Jasya prasada nagati kuto yopi. Dhyanstu vangsta sho yasasti sandham. Bande guru si charanarobindam. Bande guru si charanarobindam. Банде Гуроси Чаранаровинда Ванча Гальбудурусике Басинду Гович Патитанан Павану Говичнар Пью